Это Криптий. Давай. Замолчите! Не то сору! Ну что, поехали. Смотри-ка, солнце. Что-то там мешает. Thank you.
Давай, давай! Элла! Элла! Ты ведь хозяин орла? Я не ошиблась? Я? Это ясно без слов. Твои волосы божественны. Вот бы они... Отнесли эту корзину моему мужу, Калибусу. О, точно. Мы... Я быстро управлюсь. О, благодарю. Я отнесу эту корзину. Тяжелая. Что там, камни? Мистей?
Рад видеть. Полководец Калибос? Твоя ж... Моя славная женушка. Это выпивка? Я думал, это должно спасти твою жизнь. При похмелье спасет. Ты и правда выпустишь солдат на поле боя пьяными? Странно, что ты спрашиваешь. Ты разве не из Спарт? Я понимаю. Спасибо, но откажусь. Не люблю притуплять чувства перед боем. Но... За нами присмотрит посланник Зе. Дайте воды. Где бурдюк с водой? О, где моя голова? Кажется, осталась где-то на пляже. Я ведь не пил вчера. Почему я вижу коня? Пожертвуем его Посейдону, чтобы позволил нам спокойно проплыть. Осторожней. Вдруг это ловушка? Как-то я хвастался другу, что я куда лучший тактик, чем сам Одиссей. Ох, как я ошибался. Это тоже полезный опыт. Запомнишь. Передай моей жене спасибо. Не знаю, благодарить ее или ругать. Пожалеешь.
Хозяин Орла! Приятно слышать. Дело вот в чем. У моих детей блестящее будущее. А я тут при чем? Они слышали о хозяине Орла и... Странная просьба. Мои дети сейчас в храме Диониса Колонатоса. Персей? Я знаю его историю так хорошо, будто мы родственники. Приветствую, я... Хозяин Орла, мы тебя знаем. Хочешь рассказать нам историю? Нам точно надо слушать? Мы слышали ее 100 раз. Да, это я. И да, я расскажу историю. Собирайтесь, дети, и слушайте мой рассказ о Персее. Великий бог моря Посейдон явился к смертной женщине, Саре, дочери рыбака. Он предстал перед ней в облике дельфина, и они любили друг друга. Эх, это что, про любовь? Тише, это лишь начало. Скоро Сара родила мальчика, полубога Персея. Я думал, мать Персея звали Данаей, как мою сестру. Да, а его папа Зевс. Да, что ж, это одна из версий. Однажды маленький Персей выпал из лодки и чуть не утонул. Пожилая пара, Амфитрион и Алкмена, нашли Персея на берегу, забрали его и растили как сына. Мама, моя тезка. Слушай, Гера разозлилась и послала змей убить ребенка. Но Персей был силен. Он одолел змей в колыбели, проявив божественную сущность. Тут что-то не так. Историю можно рассказать по-разному. И что? Это все куром на смех. Когда Персей вырос, он отправился на Иопу и влюбился в прекрасную Андромеду. Но мать Андромеды сказала, что ее дочь прекраснее богини Фетиды, чем разгневала ее. Нельзя говорить, что ты лучше богов. Фетида сказала, что Андромеду должны принести в жертву, иначе весь город Иопа будет разрушен. Но было не так. Андромеда была эфиопской принцессой. Тихо! Персей попросил помощи у бабушки Талы. Она обернулась скатом и сказала, что для спасения Андромеды нужен золотой локон горного царя, который беднее раба. Что за загадка? Какая-то сложная. Да, сложно было и Персею. Но он все-таки смог найти ответ. Как? Просто смог и все. Полидект велел Персею принести голову медузы Горгоны, чей взгляд обращал смотрящих на нее в камень. Полидект знал, что медуза погубит Персея. Он подлый! Но злой царь не знал, что боги благоволили Персею. Гермес дал ему крылатые сандали и серебряный серп, а Афина – зеркально отполированный щит.
Персей подлетел к логову и следил за Медузой в отражении. Он отсек ей голову серпом Гермеса. Из шеи Медузы появился Пегас. Да! Летя домой, Персей замечает прикованную к эфиопским скалам Андромеду. Ее хотели принести в жертву чудовищу Кето. Персей превратил Кето в камень головой Медузы, спас Андромеду и женился на ней. Вот тебе, Кето! Персей вернулся домой, где царь Полидект продолжал преследовать Данаю. Они поругались, и Персей показал царю его дар. Полидект увидел Медузу и превратился в камень. Да! Персей вместе с семьей уехал в Аргос, где однажды принял участие в играх атлетов. Он метнул диск с такой силой, что тот полетел в сторону зрителей и убил Акрисия. Вот так Персей убил дедушку и исполнил пророчество. Ура! От судьбы не сбежишь. Персей и Андромеда стали царствовать в Микенах. У них было 7 сыновей и 2 дочери Персеиды. Ах, все неправильно и скучно. Ты плохо рассказываешь. И история глупая. Мне очень жаль, но дети есть дети. Хотя то, что я успела услышать, и правда отличалось от привычной всем истории. Извините. Здесь бдительные стражники. Спасибо, что помогла нам здесь, Сделал, что смог. Вот.
Брасит говорил об этой каменоломне. Оружие должно быть где-то здесь. Но я должен убить только одного спартанца. Остальных лучше не тревожить. Лишь бы не заметили. Нужно убить их командира. Thank you.
еще 4. Выпустите меня! Свобода! Спасибо! Спасибо! Вторая. Где остальные? Стойки уничтожено. Еще немного. Осталась одна. Thank you.
Путь! Лучше не лезть в бой и действуй. Вперед! Элла! Стоило мне заплывать так далеко. Надеюсь, меня еще не заметили.
Вот и ты. Как будешь готов, я провожу тебя к царям.
Расскажешь еще что-нибудь? А, да. Ты раньше не встречал сразу двух царей? Я знаю Повсания. Царя Повсания? А, правда? Повсаний и Архидам правят Спартой. Сможешь им понравиться, вернешь свой дом. Я и не жду теплого приема. Можешь рассказать мне о Повсании? Он молод. Его улыбка обманчива. Ему, как и всякому царю, не стоит перечить. Расскажи об Архидаме. Архидам, скажем так, верен традициям. Если что решил, не отступит. Кроме того, он вспыльчив. Лучше его не злить. Не стоит затягивать. Что ж, идем. Твоя мать уже там. Цари. Там. Что скажешь теперь? Ты меня убедил, Архидам. Сдаюсь. Отправьте еще два отряда в Беотию, как я и сказал. Так они разрешают споры. Иногда. Архидам улучшил защиту. Моя заслуга. Брасит, ты с новостями? Говори же! Мои цари, позвольте представить вам Мирин и ее сына Алексиуса, потомков царя Леонида. Как ты смеешь появляться в Спарте? Мой царь, Алексиус помог нам защитить Коринфию, помог избежать бунта илотов. Эти двое желают Спарте блага. Прошу, выслушай их. Послушаем, что они скажут. Повременим с наказанием. Говори, Мирин. Я слушаю. Я вернулась, чтобы вновь стать гражданкой Спарты. Здесь моя родина. Ты предала Спарту. Твой сын убил жреца и сбежал. К тому же она сломала тебе нос. Нашу семью предали, мой царь. Спарту предали. Мы хотим изобличить предателей. Ты не вспоминала о Спарте много лет. Жрецы сбросили ее детей с утеса. Разрушили нашу семью. Алексиус, хватит. Но Спарта в опасности, и она вернулась. Мы оба хотим помочь. Не смей обвинять ее в предательстве. Мне говорили, твой дед был таким же вспыльчивым. Понятно, чего хочет Мирин. А что насчет тебя? Хочу найти людей, которые предали нашу семью и Спарту, и убить. И кто, по-твоему, предал Спарту? Скоро я это узнаю. Докажи свою верность. Служи Спарте, оправдай себя перед лицом богов. А пока ни у тебя, ни у Мирин нет права жить здесь. Приказывай, и я все сделаю. Афиняне вот-вот одолеют нас в Беотии. Отправляйся туда, одержи победу или не возвращайся. Считай, ты победил. Самоуверенное дитя, не видавшее войны. Найди лагерь на горе Геликон. Отдай это моему полководцу. Не спеши. Два царя, два приказа. Я не Геракл, но два подвига совершу. Ха-ха, вот это речь истинного спартанца. Ты будешь сопровождать нашего чемпиона в Элиду на Олимпийские игры. Мне охранять чемпиона? Я хочу, чтобы лавровый венок достался Спарте. И как ему добиться победы? Самому участвовать в забеге и выиграть? Не в забеге, мой царь. Пусть Спарта победит в Олимпийских играх. Ах, славно.
Мы отдали приказы. Возвращайся, когда все выполнишь. Если выполнишь. Я все сделаю, и вы вернете наш дом. Что-то спартанское в тебе еще есть. Брасит, проводи их. Но... Все хорошо. Учитывая, что голова все еще у тебя на плечах, да, очень хорошо. Цари щедры, они дали нам второй шанс. Нужно выиграть Олимпийские игры. И войну. Хочешь узнать у меня еще что-нибудь? Что происходит в Биотии? Афинская армия постепенно вытесняет нас оттуда. Победить их непросто. Если кто и сможет все изменить, это ты. Что ты знаешь о чемпионе, которого мне предстоит сопровождать на игры? Участник Панкратиона. Его наставник знает, где он. Благодарю. Все не так просто. Тебе придется оберегать его любой ценой. О, да. Один из царей – культист. И значит, его задание – ловушка. Но кто из них? Брасит. Я бы не рискнул говорить это так близко от дворца. Но я был в бою с обоими. Ни один не похож на предателя. Мы не должны никого обвинять без доказательств. Просто будь начеку. Что ж, я готов. А ты? Что ты будешь делать без меня? Перед визитом к царям я получила весть. Что ты узнала? Сведения о другом члене культа. Я еду в Аркадию. Одна? Нам улыбнулась удача. Мне тоже нужно туда. Поедем вместе. Очень вовремя. Спасибо. Что ж, увидимся в Аркадии. В добрый путь. Thank you.